Мы начинаем новый день, и сегодня Амалия едет кататься на лыжах. Сегодня у нас... Только на улице минус 30. Ну, не 30, после дома, кажется, конечно. Вау. 25 точно есть. Давай. На улице не жарко, скажем так, не май месяц. Хотя, может, потеплеет. Раз снег пошел, будет тепло. Машины сильно заморожены. Вон. Все машины все обледеневшие. Ботинки выбираем, все обувь, все снаряжение. Походы. Да, вот мы решили взять вот эти вот лыжные ботинки. Да. Сейчас пойдем выберем лыжи и выберем тебе каску. Нет, это уже они сами. Ну они сами, да, дадут тебе. А потом пойдем, когда будем все готовы, пойдем уже на склон горы кататься. Лыжница готова, снаряжена, есть ботинки, есть лыжи, есть шлем, и мы идем искать склон. Пойдем. И нас там будет ждать учитель. Потеплело немножко. Я не знаю сколько, но чувствуется теплее. Чувствуется теплее. Щеки не, ну действительно, щеки не щипят. Мы пришли в начало трассы. Это трасса для самых маленьких. Очень легкая, для начинающих. Здесь находится лыжная школа. Мать готова на лыжах. Учитель ждет. Хорошо. И двумя ножками раз. Все, молодец, а мы здесь будем ждать ее, пока не замерзнем. Говорят, что будет теплее, но пока еще немножко чувствуется, как и теплее. О, уже занимаются. Обучение идет полным ходом. О, Маська едет уже. Первые ее шаги на лыжах, на горных лыжах. Молодец. Получается у нее что-то. Молодец. Амалечка умница. Она хорошо обучается. Молодец. Как она научилась в коньках кататься за 2 дня. А сейчас ей надо за 45 минут научиться кататься на лыжах. Молодец. বলে নোয়ারা কথা যদি হলো কেতিয়াবা কেতিয়া কেন মাতি বলে মিশাতে বিচারিম বা তোমালোকক একেবারে গছু হলিবলৈ চেষ্টা কৰা মৰম নোৱাৰে কেতিয়া হব ফিলিং হেল নানিবা কম নিতে পাৰি তই সকলো কলো দেখোন মই আনৰ দুখত মাছি লয় তেনেকাই জীৱন হয় কিয়নো পাৰো তৰা বোৰে মনলৈ আনি থৈ যায় অতীত মচিব চেষ্টা কৰিও পাৰা নাই যে মই
the synergistic effect produced by holes that are the very cause of the evolution of complexity in nature. It is the synergistic effect produced by holes that are the very cause of the evolution of complexity in nature. I still have a dream. It is a dream после тяжелого катания. Наша гостиница. Гостиница находится вот там, вот, вдалеке. И склон. Рядом склон, где катаются на лыжах. Вот он. Сам Леви.